Приветствую вас. Я думаю, что здесь множество есть факторов, которые могут иметь значение. И в общем и целом мой коллега прав, говоря о том, что девушке нужно обращаться за помощью, а не вам. Потому что у девушки проблемы. Если эта проблема не связана с вами. Но я думаю, что в первую очередь, конечно, можно говорить здесь о вашей тревожности, о вашем страхе, о вашей фиксации на сексе и на получение оргазма. Девушка. Вот. Что, конечно, не добавляет ей расслабления. То есть, по большому счету, получается ситуация такая, что начиная заниматься с вами любовью, девушка чувствует, что вот основная цель это как бы получить оргазм. Да? То есть это не, допустим, это не наслаждаться сексом с любимым человеком, а это именно получить оргазм. Вот. Ну, то есть, вот такая вот фиксация на цели, и, конечно, здесь расслабиться не получится никак, вот, в принципе. Вот. Я думаю, если честно, что никто бы не мог расслабиться в этой ситуации. Потому что, ну, если женщина не может получить оргазм, то она, в принципе, такая, ну, достаточно тревожная. Я полагаю, что вы не будете с этим спорить. Такая достаточно мнительная, тревожная. Вот, и как бы это вряд ли помогает. Но вряд ли это делает ее жизнь еще более спокойной, да, и вряд ли это позволяет ей чувствовать себя комфортно. Поэтому вы с своей стороны поймите, что, возможно, потребуется больше времени для того, чтобы она привыкла к вам, для того, чтобы она расслабилась. Вот. Ну, в конце концов, ей 20 лет, вот, срок очень небольшой, жизнь-то, вот, поэтому торопиться здесь не нужно, вот. Вообще торопиться не нужно, вот, это первое, и вам нужно спокойно относиться к тому, что у нее вот есть такие особенности. Вот. Ну, просто спокойно к этому относиться, чтобы она не чувствовала, что вас это беспокоит, вас это волнует, вас это тревожит и прочее. Вот, потому что если она это почувствует, то ее это тоже будет беспокоить. А если это будет беспокоить ее, то, как вы понимаете, ничего хорошего из этого не получится. Вот. То есть вам нужно здесь самому для себя решить как раз такие, что вы хотите, что вам нужно. Девушка будет счастливее сейчас, если вы не будете обращать внимание на то, что у нее есть некоторые проблемы, вот, такого типа. Это первое. Если у вас есть тревога, то
тревожностью можно поработать. С вашей, может быть, какой-то вот неуверенностью в себе тоже можно поработать. Вот. Если вы хотите этого, ну, конечно, чтобы вы как-то вот свою тревогу, да, не приносили на девушку, потому что ничего хорошего в этом, в принципе, нет, ничего хорошего. Вот. Ну, а самой девушке нужно действительно обратиться за помощью. Вот. К психологу и самой разобраться в том, что происходит с ней, да, и выяснить причины этого. А еще хорошим вариантом было бы, чтобы вы вдвоем обратились к психологу. Вот. Именно вдвоем. И вдвоем пообщались бы на эту тему. Вот. Ну, со специалистом. Вот. Это было бы здорово. А так... Ну вот, именно в таком ключе получается, как бы, что девушка только одна, ну, только одна в этом. Вот, ну, мне не кажется. Мне кажется, это чем-то хорошим, чем-то таким правильным, если честно. Поэтому я думаю, что с этим нужно что-то делать. Ну, как бы дальше. С этим нужно что-то делать. В дальнейшем. Потому что так вот ситуация вряд ли будет улучшаться. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.